Так, а почему я вас не слышу? Я не знаю, и... почему вы не слышите. А? Что-то... Напишите, слышно Игнатия Тихоновича или нет? Как же не слышно? Как не слышно? Слышно? Слышно, нет? Ага. Слышно. Игнатий Тихонович, вот время, ваше время пришло. Ну? И я хочу задать вам вопрос. Ну, меня слышно, нет? Сейчас слышно. Ну, все. Давай. Да, вот пишет протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы согласны с ним или нет? Нет, нет. Воспитывать детей – это вещь очень серьезная, ответственная, важная, духовная. Апостол Павел так и говорит: «Женщина спасается чадородием». Правильно воспитать ребенка – это значит стать святым, потому что правильно воспитать ребенка может только святой. Если человек святой, то у него и дети будут святы. Это так и бывает. Мы в истории церкви имеем очень много святых семей. Возьмем Григория Богослова. У него мать была верующая, православная, а отец язычник. Не только неверующий, а поклонялся ложным богам, бесам. Все вот говорят: «Я не знаю, что с мужем делать, он пьет, он то и сё, он всё». А мать Григория Богослова, нонна, мужа не укоряла, не скандалила, в ЛТП его не сдавала, а только за него Богу молилась. И он уверовал во Христа, крестился, потом стал священником, а потом и епископом. У них родились дети, и эти дети тоже стали угодниками Божьими и тоже причислены к лику святых. Григорий стал учителем церкви, высочайшим духовным человеком, и имя ему церковь присвоила Богослов, сравняла его с Иоанном Богословом, любимым учеником Христа. Такой титул носят только три человека за всю 2000-летнюю историю церкви. И среди них Григорий Богослов. И это нонна его мать сделала, которая никаких богословских трудов не писала, ни в какие паломничества не ездила, только своей молитвой сумела и мужа переквасить, и всех детей своих сделать угодниками Божьими. Вы согласны, Игнатий Тихонович? Ну, раз так написано, конечно. Ну, что ж, не всегда так бывает. Вот вы сказали, там в самом начале говорится, воспитание детей – это очень ответственное, так? Да. Это слово дословно взято у Адольфа Гитлера. Это его слова. Некорректно, да, это получается? Нет, нисколько. Нормально все, что его тоже касался Господь. Он так и говорил, это очень ответственно иметь детей. Говорил и правильно, но сказать, что всегда будут так, не будет. И так, чтобы все... Есть, которые к лику святых причисленные, а дети разворачивались, как хотели. Вот у Юстиниана какие были дети? Один из них грозил смертью Арсению Великому за то, что он его воспитал, отодрал розгами. Ну, вот так. Ну, вот Наталья Усатая, сестра, пишет, сравнивать со святым Григорием и Нонной некорректно, и не всегда так бывает. На практике, наоборот, у верующих дети неверующие, и мы это видим. Да, и такое есть. Благодарю, Игнатий Тихонович. Слушаю. Пожалуйста, братья, у меня все. Задавайте вопросы. Давайте. Завтра какое число будет? 29 февраля. Посмотрите по календарю. Память каких святых? Касьяна. Ну, вот про него и говорят. Такая легенда есть. Он с Николой Чудотворцем шел вместе-то, а там у мужика арба застряла, а оба идут уже одетые в ризах.
Ну и Никола-то остановился, а он говорит, нет, тут другие могут вытащить, резу всю испачкаешь. И поэтому у него, говорит, 4 года только один раз, а у Николы щитоносца 2 раза в году. Память его. Вот народ как это разобрал. Касьян. Ну что-то никого нету, все, наверное. Не знаю, что-то молчат, может, на работах они или что? Да. Ну, раз ничего нет вопросов, так тогда я тут не нужен. Ну, тогда, Игнат Тихонович, назначайте молитвенника. Хорошо. Сейчас мы это сделаем. Александр Попков, есть, нет? Игнатьич, я не могу, я за рулем. Все, отпадает. Так. Екатерина Ткаченко есть? Да, на месте. Ну, вы знаете, что братья тут пропоют, а сразу своими словами выразить благодарение Богу и в конце молитвы прославьте Святую Троицу. И громко скажите аминь. И кто согласен, тоже говорите аминь. Молитва делается вашей. Пожалуйста. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава и благодарение Господу Богу, нашему Иисусу Христу, Спаситель и Искупитель, за сегодняшнее занятие с братьями, за то, что мы есть возможность собираться на мону Христа Спасителя, за наставника нашего Игнатия Тихоновича. Славим, благодарим Господа Иисуса Христа, что подарил нам эту жизнь, возвал нас из небытия в бытие. Благодарим Тебя, Господи, за веру Твою святую. Помоги нам пребывать в Слове Твоем и познавать истину, а истина — это Христос. Дай, Господи, всем водительство Духа Твоего Святого, отвергнуть себя, взять крест и следовать за Тобой. Господи, любящий наш Отец, славимый во Святой Троице, сотворивый небо и землю, благодарим непрестанно Тебя по Святой воле, что мы здесь имеем возможность общаться. Помоги нам, Господи, всегда иметь Дух Христов, бодрствовать, молиться и Духа не угашать, и светильник души нашей, дабы не погас. И встреча наша произошла в радости с Тобой. И благовествовать помоги, Господи, дальним и ближним о Тебе. Славлю Тебя, Господь, Бог мой Иегова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос, аминь. Да. Аминь. Спаси Христос. Вот так. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.